Москвичи смогут персонализировать карту «Тройка». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Агентство новостей «Москва» сообщает, что в течение 2020 года пассажиры смогут персонализировать транспортную карту «Тройка». Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов рассказал, что при обновлении карты можно будет разместить фотографию и ввести персонализацию. Также ожидается внедрение виртуальной карты «Тройка». Ранее сообщалось, что пассажиры столичной подземки до конца года смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной версии транспортных карт «Тройка». При таком способе оплаты стоимость проезда останется прежней. Среди удобств виртуальной карты выделяют то, что пассажирам не потребуется носить отдельный билет и не придется активировать карту у желтых турникетов при онлайн-пополнении. На этом все. Следите за новостями жизни столицы, не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!